приехал на свою очередную рыбалку. А здесь штормит, однако. Я тут даже не знаю, стоит ли. Ветер такой приличный. Блин, что-то как-то холодновато. Стоит ли эта рыбалка свеч? Попробуем, может быть. Ветер холодный. Якорь меня не держит, сносит меня все ближе к берегу. Клёва нет. Наружу камера на шлеме не работает, не включается. Рюкзак опять мокрый, скорее всего. Что-то там будет, будем разбираться после. Но пока никаких поклевок нет. Если что-то будет, проинформирую. Ветер немножко стих, солнце поднимается. Вот. Ветер чуть стих, уже не так штормит. Пытался против ветра идти, чтобы если бы сносило, то уже сносило машину. Только для тихой погоды. Так что попытаюсь еще отплыть. Ловлю сегодня на кальмара и рачка. Но пока подцепил кальмара, ничего толкового не было. То есть вообще ничего. Сейчас попытаюсь отплыть. Хотя по моему прогнозу сегодня ноль рыбок. Клево не должно быть вообще. Мы посмотрим. Итак, время 7:50, 20 минут стоянки. Вроде бы как якорь меня держит, зацепился за что-то. Пойман первый бычок. Бычок пойман на рачка. Ну, поставил сейчас кальмара. Посмотрю. Был один кальмар, один рачок. На рачка взял, на кальмара нет. Не могу держать телефон, потому что камера внешняя не работает. Почему-то будем разбираться. Пока перерыв до следующего сеанса. Вношу поправку. Первый бычок был пойман не в 7:50, а в 6:50. На час ошибся. 7:09. Поменял стоянку. Стоял на водорослях. И вместо рыбы зелень вынимал. Нужно было отплыть. Ветер вроде бы и стихает, и вроде бы не стихает. Против ветра грести очень тяжело. Стоп. Не понял. Что-то клевало, пока я здесь. Как у меня три? Первого 6:50, через 5 минут второго, третьего поймал. Так что пока выключаюсь. 7:25, сменил еще раз стоянку. Не знаю, что-то там есть. Нет. На предыдущую взял двух мелких. Больше там ничего. Решил сместиться в сторону Марьяновки. Хотя я не буду здесь ловить, но выхода нет. Иду против ветра. Возвращаться будет легче, снесет как раз в сторону машины. Ну, пока вот такие результаты. Итак, я прекратил свое полуторачасовое издевательство над организмом. Лодка полная воды. Мы
5 бычков за полтора часа издевательства. Я решил прекратить. Лодку вынесло на берег. Так что все, хватит. Подтягиваем ближе к машине, будем разуваться. На этом я прекращаю репортаж с очередной рыбалки. Будем ждать улучшения погоды. Птички вон летают на воде. Птиц нет. Только такие дураки, как я, в такую погоду выходят на воду. Ну все, на этом заканчиваем.